Дисклеймер. Привет, я Трит. Сегодня мы с тобой продолжим проходить восприятие. Так, цель у нас... Подожди, показали эту дверь. Почему? Почему у нас цель — это дверь? Странная фигня. Может, мы пока не увидели просто следующую цель? Например, надо прослушать диктофон. Второй плевер. Пациентка снова отдыхает. Я дал ей успокоительное. В глубине души я спрашиваю себя, действительно ли странные звуки в этом доме не просто признаки возраста. Меня пугает это место и моя собственная жена. Я провожу большую часть времени в башенке, говорю Фелиции, что я работаю и присматриваю за ребенком. На самом деле я прячусь. Хорошо. Вот здесь еще что-то есть. Нашел одну из картин Фелиции сегодня. Хотя я сам поощрял ее новое увлечение, когда я увидел этот хост, мне стало дурно. А я усомнился в собственной рекомендации. Не ее техника меня смутила, но выбор темы. Слышишь, радио? Чё? Когда я жму тап, видал, что появляется? Так, это колонки играют, что ли? Да, видимо, колонки. Кстати, куда мне надо? Опять дверь светится. Я не понимаю, почему у меня постоянно... Что, эх? Там что-то было, что ли? Да, там вроде что-то было. Использовать автомат, ну давай. И чё? О, тут тоже что-то есть. Так, это, видимо, работающий автомат, да? Почему это подсвечивается, вывеска? Что это за звук? Вот это Дарт Вейдер сидит. Так, у меня все равно показывают именно эта дверь, но почему? Понимаешь, что это бред? Я в нее входил. Она, видимо, либо забагалась, либо еще что. Так, ну давай еще разок. Может, еще раз прочитать надо? Давай, типа, мы бац, почитали. И положить, кстати, нельзя, если ты уже начал читать. Надо дослушать. Да-да. Да, как-то связано с деревом. Другие люди не похожи, что связаны с женщиной. Это я помню. Домохозяйка из 40-х. Может ли это быть Бетти? Это мужчина с усами. Три. Это песня. Четыре. Звуки. Чакры не совпадают. Хорошо. Почему я застрял на этой двери? Вернуть на место. Давай попробуем так. Еще раз открыть. Знаешь, у меня ощущение? Как будто что-то не сохранилось, потому что мы вряд ли на этом моменте сохранялись, правильно? Хотя, фиг его знает. Может, мне найти надо, куда идти? Он же сказал, что он... Ух ты, вот это чертило, конечно, был. Уже сказал, что он прятался где-то тут, вверху. Может, надо найти, куда он прятался? Так, жаба какая-то. Запертюж был. Ладно, ладно. Это из книжки, которую я любила в детстве. «Принцесса и лягушка». Мама говорила, что всегда находила меня у цветущих прудов и болот, где я искал своего будущего мужа. Но дело было не в мальчиках. Я влюбилась в природу. Тех духов, которые нас не связывают. Если камень или трава может осуществить священную связь, почему у животных не может быть прекрасной души? Я слепила бы для тебя обалденную лягушку, Фелиция. Все еще эта дверь светится. Знаешь, звуки дома странными стали. Они стали другими.
Я собираюсь нарисовать свою собственную счет, это карту Таро, когда мы переедем. Теперь, мне кажется, я на это просто не способна. А карты и символы на них как будто живут своей жизнью. Я не хочу ими пользоваться. Не, ну я тупой, что ли? Ну не может быть одна дверь светиться, я в нее захожу сколько раз и ничего. Ноль реакции просто. Что это? Опять дом шумит. В задницу идет вообще. Так, еще. Доза третья. Предпринял попытку блокировать обратные захваты, но только это фиксировало психоз пациентки. Попробую сочетание непроталина, ксимина и тразодона. У нее типичные послеродовые симптомы, и они как будто усиливаются в определенных частях дома. Рассматриваю возможность гипноза. Еще этот. Но тут пройти мы не можем. Не, можем, но в этом нет смысла. Да, надо к лестнице идти. Можем побежать, или это шума много сделает? Но я все равно не вижу, куда бежать. Прятаться за картиной, не уйти. Меня очень сильно напрягает, что мы тут все еще можем прятаться. Мне это не нравится. Шум может привлечь врагов. Так я вроде редко делаю шум, нет? Может перезапустить игру, я не знаю. И шумлю я довольно-таки редко. О, питание какое-то. Но я не могу его использовать. А, включаю типа динамики эти. Они звук не издают. Ну! Либо мне надо... Ох, ё, испугало меня. Либо надо в эту дверь либо зайти, либо выйти. Твою мать. Ну, как бы с той стороны я пришел, правильно? Значит, логичнее было бы, если бы я сюда пошел. Дальше. Закрыто, естественно. Думаю, может, с игровыми автоматами что-то связано. Но здесь ничего. Причем нельзя их одновременно включать, только один. Опа! Появилась новая цель. Я, видимо, правильный игровой автомат запустил. Вот этот вот сбоку. Слушай, вот теперь новенькое что-то появилось. И слышал звук лампочки разбитой, был отлично. Ну это, получается, должен был угадать, да? Просто тыкаться во все подряд. Где тут лестница-то была, я уже не помню. А, вот она. Как бы это не была той лягушкой, которую я уже нашел. Не вижу, ага. Я тебе говорю, последовательность тут жестко нарушена. Да, это я прям уверен, что это лягушка. Так, я правильно иду, правильно. Я не хочу часто бить. Тут какая-то фигня перед лицом появилась. Но я не успел испугаться, потому что я посмотрел вон туда вот. Да хватит пугать, я уже не боюсь. Ладно, чуть-чуть боюсь. Ладно, не чуть-чуть, я очень жестко ссу. Так, что за кристалл? Сначала полынь, а теперь это. А чего может треснуть малахит? Он должен защищать меня и ребенка. Как может камень серебряной оправе просто взять и расколоться?
Не знаю, положь. Это было страшно. Дора? Я не Дора. Я знаю, как растить своего ребенка. Дай мне чертов ключ. Где он? Мне больше не нужны таблетки. И мне не нужно, чтобы ты следил за каждым моим шагом. Ты не заметил. Я уже много дней их не принимала. Так, подожди, это вот сюда. Знаешь, я не боюсь, если тут призраки какие-то выскочат. Я пару раз их уже пугался тут. Меня напрягает опять эта дверь. Давай все-таки в другую сторону пойдем. Пошли вы в задницу с этой дверью. Нет, я не поведусь. Давай посмотрим все-таки в той комнате, может, что-то еще есть. Он показывает именно тут. Да, я не знаю, эта дверь больше не открывается, да? Она открывалась вообще или нет, или другая? Но я думаю, когда я переборчу с шумом, мне же дадут об этом знать, правильно? Когда нужно прятаться уже. Так, тут лягушка была. О, здорово, я по воздуху могу бить иногда. На это могу по воздуху бить, и это как бы показывает, что вокруг, но при этом шума не создает. О, по-моему, это уже противоположная дверь. Да, мимо игровых автоматов. Отлично. Просто после этой двери у меня уже как-то в этой игре нет никакого доверия. Правильно она ведет нас или нет? Так. Изучите окружающую обстановку, чтобы найти следующую цель. А, охренительно. Я еще и не нашел следующую цель. И раз охренительно. Спасибо и на том. Я понял, у нас все еще закрыто. Ага, вот вижу. Юли. Я храню их, потому что в какой-то момент нам надо об этом поговорить. Ну все, положи. Не понимаю. Это Ричард или дом? Вот если... Не знаю, как он это делает. Я не знаю, как он это делает, я не знаю, как он это делает, я не знаю. Как она испугала меня, слушай. Я обосрался, ни хрена себе. Я не понимал, ничего не знал, что он мне приписал. Я все еще вижу его. Я все еще вижу его, я все еще вижу его. Кого его? Что связано с этим деревом? Я тоже это чувствую. Все, можно дальше играть. Меня напрягает, что тут полная, абсолютно полная тишина. Ты просто в тишине ходишь, иногда стучишь. Спрятаться за ворванной картиной — гениальное решение. И еще не говорят, что нужно сделать. Говорят, что-то найти. Что найти? Куда спрятаться, но вряд ли. Я сейчас просто отсюда уйду и все. Вы подсветили немного предмет. Я ж не вижу. Ничего тут не вижу. Двери тут нет. Правильно, правильно. Это ж не двери, это стенки. Да. А знаешь, как в Японии это или в Китае, там тоже хрен поймешь, то ли стена, то ли дверь. Если не открывается, значит стена. Если порвал, значит, либо стена, либо дверь, опять же. Давай, задырявую стенку. Ой-ой-ой, как меня тут не видно. Ай, долбанул по картине. Ну, тут такое ощущение, что что-то светилось, но, видимо, нет. Ага, вот, видимо. Ага, не угадал. Вообще ничего. Изучите окружающее, чтобы найти следующую цель. Еще недостаточно изучил, что ли? Ты что, издеваешься? Тут уже везде зашел, куда можно было. Значит, это надо идти назад и с другой стороны где-то смотреть. Скорее всего, вон туда вот дальше идти.
Бетти? Почему я все еще вижу его? Не знаю. Потому что таблетки, наверное, не пьешь. Хотя тебе сказали, пей таблетки. Если врач говорит, надо принять таблетки, значит, надо их принять. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я хожу по этой, знаешь, чпоколкам. Когда нажимаешь, они хлюпают. Да, но тут хрен поймешь. Телефон вибрирует. Чё надо? Hello? Здравствуйте. Где ты? Привет, Серж, что у тебя? Где ты? Okay. Хорошо. Я в каком-то странном... Не знаю, может быть, была детская. Все в пленке с пузырьками. Секунду. Разве ты сейчас не должен быть на высоте 30 тысяч фунтов? Вот черт, вот черт, вот черт. Надо спрятаться, да? Ну чё? Извините. А почему женщина дышит? Откуда ты знаешь? Холодно. Так холодно. Кем это не был? Я не боюсь тебя. Зря, я боюсь. Ты слышишь меня? Тебе меня не напугать. Не знаю, у меня уже полны штаны. Возьми себя в руки, Костя. Найди место, где можно спрятаться. Да-да, действительно. Да-да, действительно. А, я же порвал, да? Так, мне кажется, там что-то появляется, поэтому надо быстрее. Твою мать, а куда? Ну там что-то может быть. Да, стрел, но такое ощущение, что там надо порвать. Точно. Можно негде спрятаться. Ага, то есть когда... Я бы это не был. Я боюсь тебя. Слышишь меня? Тебе меня не напугать. Вообще-то это я тебя боюсь, а не ты меня. Себя видел вообще? То, что я нет, не вижу. То есть, когда монстр появляется, начинает светиться так, да? С красным цветом. Кажется, на горизонте чисто. Она еще и дверь мне открыла. Подожди, или монстр только с этих пор начинает появляться? Блин, тут везде что ли пленка это? Все отлично, больше нет. Ой-ой-ой, сова опять. Уходи. А, уже нет. А как ты была тут, а теперь ее нет? Странная сова. Малышка мерзнет. Я должна согреть ее. Если ребенок мерзнет, его нужно согреть. Так, а как я туда должен? Нет, 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 только не пожар, только не здесь. А, нет, 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 согрела ребенка, да, я понял, надо за огнетушителем сбегать. Нужно поторопиться. Я помню, он на кухне был. Мне нужен огнетушитель, подожди, я в эту дверь? Да. Стоп, я не туда зашел. Так, и нельзя сильно торопиться. Ага, дверь. Ждем, когда звуки исчезнут, после этого будем тукать еще раз дверью. Ну, палкой. Да блин, я постоянно слышу и звуки, они меня пугают. Хотя, наверное, в этом и есть смысл игры, правильно? Хоррор это. Но все равно, если хоррор, это не значит, что можно человека просто пугать до усрачки. Блин, знаешь, у меня иногда возникает желание, ну, во что-нибудь страшное поиграть. Потом играешь в страшное, и тебе страшно. И уже не хочется играть. Итак.
Прекрати морочить голову. Угадайте, я морочил голову. Серж, это действительно ты. Воплоти. А, звучит так, будто что-то там... У меня тут пожар. Подожди, не вешай трубку. Сигнал пропал. Так, это у меня было с правой стороны. Почему шепчет возле картины? Картина должна быть безопасным местом. Еще одна корзина? Да. Хорошо, она сохранилась, как зеленый объект. Вон пожар. Но я надеюсь, он пока не сильно разгорится в деревянном доме, пока я дойду. Все, тихо. Все, не гори. О, потушила. Ой, теперь все сгорело. Так, ну мне надо явно сюда зайти, да? Ну, тут подгорело немного все. Так, подожди, лестница, да? А, это, наверное, где этот батя сидел на верхней башне. Я понял. Да-да-да, и тут будет еще это. Кроватка, да-да-да. Тебе, наверное, там очень интересно смотреть, да? В темноту. Ну, извини, чаще я стукать не могу. Иначе меня тут запалит, и я умру. Состояние пациентки улучшается. Она приняла переход на искусственное вскармливание и больше не... Минуточку. Что это? Я... Должно быть, у меня слуховые галлюцинации. Мне нужно больше спать. Здравствуйте. Что это? Кто? Кто там? Что-то горит? Фелиция? Нет. А, это она. Нет. Этим все закончится? Черт, дом. Оно заставило Фелицию сжечь всю свою семью заживо. Почему он мучает этих несчастных людей? Я не думаю, что я должна все исправить. Остановить это. Что я вообще здесь делаю? Я не понимаю. Куда ты орешь в темноту? Я не должна. Не должна быть здесь. Это все неправильно. Мне нужно выбраться отсюда. Вряд ли же ее просто так отпустят, правильно? Так, подожди, а где тут спуск с лестницы, ага? Да, я вижу, где выход, но... Блин, скорее всего, сейчас появится монстр, который нас напугает, и нам надо будет прятаться. Еще проблемка в том, что сохранение туда не дают сами. А не ты выбираешь, когда надо. А что там, далеко еще нет? Да, ага. Так, ну там я помню, через кухню, но, по-моему, нам надо в правую сторону, чтобы по кругу обойти. Вряд ли тут выход будет. Угу. Хотя тут, возможно, просто дом меняет свое строение. Как это было вверху. Кто-то шепчет. Нет. Что тебе от меня нужно? А, заперла, я же сказал. Помогите. А, это все, я уже вышел из дома, но оно тут заперто. О, бумажка. Я тоже тебя не слышу. Не без таблеток. Я готова присоединиться к тебе теперь, когда у меня ничего не осталось. Дай мне знак, что ты еще здесь. Стук, шаги, граммофонная запись. Хоть что-нибудь. Мне нужно сделать следующий шаг, но я боюсь. Пожалуйста, покажись. Не надо. Твоя сестра страдает, Фелиция. Не надо показываться, ты шо? Страшно же? Бери. Это не предвещает ничего хорошего. Прощай, Ричард. О, черт! Веревка, я должна вернуться сюда как можно быстрее. За веревкой? Во-первых, почему ты ее сразу не взяла? Во-вторых, для чего? Чтобы что?
Я, может, туповат, но как веревка бьет корни? Каким образом? Или она просто повеситься решила? А, все, я думал, тут нет лестницы дальше. Но веревка, по-моему, ближе была. Что-то музыка, слышишь? Напрягающе идет. Это не нравится. Как можно быстрее, если я не пойду, как можно быстрее. Прощай, моя славная малышка. Держись, Фелиция, я иду. О, тут я еще не был. А восстановление практики — изматывающее занятие, особенно с учетом того, в каком отделении мы живем, но потом меня озарило телефонной консультацией. Пациенты и раньше обращались ко мне по телефону. Так почему бы не развить эту идею? Не сомневаюсь, некоторые мои бывшие коллеги могли бы... Но возвращают против... Понятно. Понятно, все с вами ясно. Так, подожди, я туда иду вообще. Где здесь выход? Тренажеры подсвечиваются, но я почему-то взаимодействовать с ними не могу. Ага. Так, это цветы. Блин. Ну, такое ощущение, что отдаляется от меня постоянно. Ну, так далеко-то, Я продолжаю находить этих кукол в самых странных местах по всему дому. Последнюю я выкинула в море с утеса, потому что у меня кружилась голова, когда я ее трогала. И вот она. А та же самая с чётом, с каким-то глазом, снова под нашей кроватью. И она немного мокрая. Ну, знаешь, почему она мокрая? Потому что ты ее кинула. Ага, вон еще что-то. Так, тут спрятаться, я так понимаю, можно, да? Я все ворочаюсь и ворочаюсь. До того, как забеременела, я спала на животе. Теперь я кручусь, как одержимая. Ребенок иногда так отчаянно пинается. Должно быть, Оэн очень взволнован. Я надеюсь. Надеюсь, что твой ребенок волнуется? Такая себе надежда. Прощай, Ричард. Прощай, моя славная малышка. Я иду в гости к подруге. Ага, и повесилась, я вижу. Фелиция, почему? Что случилось? Ты не виновата, ты ничего не виновата. Почему ты это делаешь? Какой в этом всем смысл? Ух ты, на свете застрей, там дальше можно карту разглядеть весь дом. Так, и чё? Так я не могу изучить обстановку. Ой, я возле дерева. Ой! Где я? Это что? Дерево. Почему? На рынке? А я посмотрела, как приоткрытый пожилой... Так, пизда. Лишняя благодарность твоим... Представляю себе удивительно, когда... коллега из города, и он был без своей палки. Ни хрена себе, тут быстро нет. Давай-ка еще раз перечитаем воспоминания. Я куда? Кто это? Я кому наговорила? Слушай, пересчитать нельзя, нормально. Я там вообще пропустил абсолютно все строчки. Подождите с окружающим. Глава вторая. Вторая глава. Билет. Какая вторая глава? Какой билет? Сохранение дадете? Дадете? Дали. Отлично, на этом все. Все ссылки в описании. Пиши любой комментарий, поставь лайк, чтобы видео продвинулось. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. На этом все. Скоро увидимся.